Ну что ж, здравствуйте, доброе утро, добрый вечер, дорогие друзья. Мы готовы начать наш семинар «Холодные земли», который проходит в рамках Северного форума по устойчивому развитию. Спасибо, что присоединились к нам. Как вы помните, год назад мы также встречались на таком же семинаре в рамках первого НСДФ в Якутске. И, насколько я помню, год назад всего два японских профессора, это Оцука и профессор Сугимото, делали свои презентации онлайн. А в этот раз практически все, в тот раз все участники из Японии были здесь, общались лицом к лицу. А в этот раз мы совсем в других условиях. Даже здесь, в Якутске, я в студии, сейчас абсолютно один. Все остальные участники с якутской стороны уже на разных локациях на данный момент. Поэтому еще раз приветствую всех участников с японской стороны, с российской стороны. Это действительно прекрасно вас видеть всех сегодня. И как мы решили, мы организовали этот семинар сегодня как с фокусом на основной целевой группе. Это университетские преподаватели, студенты компании и местные правительства и органы власти. И мы решили, что мы будем пользоваться английским языком основным, как основным нашего семинара на всех стадиях. Но так как очень много студентов решили присоединиться к нам, мы также организовали параллельно с этой трансляцией. Мы сейчас работаем, конечно, лицом к лицу с вами, да, на этой трансляции. Можем все общаться в этом формате. Но также мы организовали перевод на официальном сайте форума. У нас будет трансляция на английском, а также будет трансляция на русском. Поэтому церемония открытия будет полностью на английском. Четыре секции. Их работа пройдет после нашего открытия, и они тоже будут проходить на английском, а наше закрытие, пленарное мероприятие, мы сделаем на двух языках, чтобы дать возможность всем участникам, не только англоговорящим, задать вопросы, что-то обсудить. Наш семинар фокусируется на четырех секциях. Мы все знаем, здесь присутствуют все модераторы и со-модераторы. Вы уже отправили заранее все ваши презентации, материалы, и можно присоединиться, все посмотреть. Поэтому мы решили сделать сами презентации как можно кратче. То есть 50% презентации, а 50% мы хотим посвятить именно обсуждению. И хочу сказать пару слов для начала. Во-первых, конечно, у меня есть со-модератор для этой церемонии открытия. Это профессор Сугияма Шин из Института низких температур университета Хоккайдо. Поэтому он представит японскую сторону. Но почему мы решили организовать этот семинар? Конечно, это часть НСДФ, но это не только речь идет об Арктике. Мы понимаем, что многие ученые занимаются не непосредственно арктическими вопросами, но тем не менее делают очень много важного для нашего сотрудничества. Поэтому сегодня мы вкратце обговорим о новых инициативах с японской стороны, от японского правительства, так и со стороны России и российского правительства, что мы делаем, какие есть новые возможности, новые проекты для взаимодействия. Я вам покажу очень быстро, буквально несколько слайдов.
So I want to say a few words about scientific and educational centers. Пару слов о образовательно-научных центрах. Это часть национального проекта наука. So leading countries in priority areas of science for the country страны, ведущие институты предоставляют возможности для научного изучения различных вопросов. И также очень важно для нас сегодня это организовать как можно более широкое задействование ученых с российской стороны. И теоретически, как это выглядит на бумаге, которая нам приходит из Министерства образования и науки Российской Федерации, такие образовательные центры мирового уровня, у них есть цель. Это коммерциализация каких-то самых важных научных продуктов, естественно, использование таких результатов на практике, а также интеграция университетов и научных организаций в реальный сектор экономики. Сейчас у нас есть 5 таких центров, и до 2024 года планируется уже иметь более 15, возможно, таких центров. Регионы работают над этим, они не просто ждут каких-то федеральных грантов. Например, здесь, на северо-востоке России, где мы находимся сейчас, наши соседи, некоторые решили организовать научно-образовательный центр «Север», уже с теми же целями и задачами, и вот здесь вы можете увидеть их поближе. Мы выбрали основные направления работы этого центра «Север». Конечно, это человек на севере, недропользование, экология рациональная и эффективно социально-экономическая инфраструктура. И эти проекты были подготовлены с участием ученых, экспертов, также из различных компаний, не только научных учреждений. И также, что важно, когда мы говорим об инициаторах таких НОЦов в четырех регионах, это Республика Саха, Камчатка, Магадан, Чукотка, также у нас задействован и Сахалин, и Хабаровский край. Мы понимаем, что такая деятельность сейчас развивается везде по арктической зоне, на Дальнем Востоке России. Но в своей презентации я именно только расскажу о вот этом зеленом участке, отмеченном на карте. Это северо-восток России. Вот некоторые индикаторы по развитию науки на Дальнем Востоке по сравнению с общим показателем по Российской Федерации. Здесь у нас и возраст ученых, мы становимся все старше. Также мы видим большую разницу. Это бюджетное финансирование, выделяемое на науку. Здесь мы видим, что на Дальнем Востоке такое финансирование составляет до 82% у нас на Дальнем Востоке. То есть как раз организация таких центров, как НОЦ, им нужно больше все-таки частных денег на исследования. Вот мы называем такой наш НОЦ точка перезагрузки для всей дальневосточной, северной науки. И я передаю сейчас слово профессору Сугияма. Здравствуйте, могу ли я также показать свои слайды? Да, пожалуйста, направьте нам запрос. Вот, мы видим. Так. Теперь, вы видите мои слайды? Я вижу.
Все видят? Если есть проблемы, скажите. Спасибо большое. Меня зовут Шин Сугияма. Я из Института низких температур Университета Хоккайдо. И сегодня я рад вас всех видеть, особенно наших российских коллег, потому что я изучал ледники и ледяной покров в Патагонии, в Антарктике и в Скандинавии, но самое мое любимое место — это Камчатка. 20 лет назад я был на восточном побережье Камчатки в полевой экспедиции с российскими и японскими коллегами. И я провел около 2 месяцев на Камчатке и изучал ледники. Для меня это незабываемые, конечно, воспоминания. Я работал в России долго, и сегодня я жду, что уже очно, возможно, тоже смогу побольше с вами поработать. Я бы хотел представить новый арктический проект исследовательский, ARCS-2. Чтобы о нем рассказать, мне придется вернуться в 2011 год, когда мы основали проект, который назывался Green. И до 2011 года арктические исследования в Японии были достаточно активны, но исследователи, то, чем они занимались, они каждый работали по отдельности. И в 2011 году впервые мы обосновали именно координированные наши усилия и воплотили их в этот проект. Этот проект финансировался Министерством образования и науки Японии, и им руководил Национальный институт полярных исследований в Токио. И более 300 арктических исследователей были задействованы в этом проекте. Это был первый масштабный наш арктический проект. И после успеха этого проекта Green мы продолжили наши усилия уже в проекте ARCS. Это арктические вызовы для устойчивости. Опять же, финансирование со стороны Министерства образования и науки, а руководителем имени NIPR и также GEMSTEC. И также наш Хоккайдский университет. Мы изучали как раз арктическую среду и начали коллаборацию уже с социальными науками и науками о человеке, с антропологическими науками. Этот проект ARCS закончился в марте этого года, и после чего мы, собственно, запустили следующий проект ARCS-2. Он будет действовать в течение ближайших 5 лет. Финансируется он Министерством образования и науки и теми же институтами, которые руководили первым проектом. Здесь у нас задействованы и природные экосистемы, человек, социальное измерение, но в этот раз мы еще добавили и техническое, то есть инженерное измерение. So let me show you the overall structure. Давайте я вам покажу в целом структуру проекта. Мы делаем очень инновационную науку в Арктике. И вот те инструменты, которыми мы пользуемся, это 11 исследовательских проектов, которые разделены по 4 стратегическим целям. А также есть еще приоритетные темы. Это наращивание потенциала, развитие науки и также информационная политика для промышленности. У нас есть инфраструктура. Например, у нас есть исследовательское судно, есть доступ к спутниковой информации, архив данных. И главная цель нашего проекта – это все-таки внести вклад в устойчивое развитие Арктики. 3 института руководят этим проектом, и директором
Это директор NIPR, Национального института полярных исследователей, Хироюки Номота. А также Хироши Мияока — это заместитель директора, то есть директор по субпроектам. Он тоже из полярного института, а из нашего университета — это Ясуши Фукамачи, также директор по субпроектам. Он у нас является директором отдела арктических исследований в нашем университете. И еще есть Такаши Кикучи из японского агентства по морским наукам. А теперь по нашим исследовательским проектам, я сказал их 11, они разделены по четырем стратегическим целям. Первое — это наблюдение за изменяющейся окружающей средой. Это у нас в основном атмосферная среда, океан, криосфера и наземные экосистемы. Вторая цель — это прогнозирование климата будущего. Здесь мы делаем фокус на телекоммуникации, телесоединения и технологические улучшения для предсказаний таких изменений. Третья цель — это социальные последствия изменения климата в Арктике. Здесь мы изучаем безопасность жизнедеятельности человека. Также очень важная часть — это Севморпуть и также изменения в прибрежных зонах, особенно в Гренландии. И четвертая цель — это правовая, правовой политический ответ или решения правовые политические для устойчивой Арктики. Сегодня я сфокусируюсь больше на третьей цели, потому что для нас она достаточно новая цель. Мы здесь объединили научные знания с тем, какое влияние разные факторы оказывают на сообщество. Происходит много разных изменений в природе Арктики, и, конечно, можно легко себе представить, что и на сообщество это оказывает огромное влияние. Мы фокусируемся на четырех. Это природные угрозы, Севморпуть, и жизнь, и культура, которые тоже меняются. И также влияние изменения климата на социоэкономическую инфраструктуру. И также хочу представить один из проектов как пример. Я показываю вам, потому что он один из самых животрепещущих для участников этого события. Проект этим заведует Хироки Такакура. Он изучает безопасность жизнедеятельности, обеспечение энергии и продовольствием в Арктике в условиях меняющегося климата. И здесь изучаются социальные последствия изменения климата не только в России, но и на Аляске, в Сибири, на Аляске и в Скандинавии. Хироки Такакура, он сам антрополог, он изучает традиционные виды деятельности, традиционный образ жизни, и как на них влияет изменение климата. Он очень долго работал в Сибири, и в этом проекте многие исследователи из нашего университета являются также теми, кто вносит свой вклад. Вот наши коллеги из университета, Янагия и Фурия, они изучают мерзлотные почвы на востоке Сибири и то, как на них влияют пожары, на деградацию вечной мерзлоты. А это ведь очень важный, критичный момент, который влияет непосредственно на жизнь людей.
Еще один пример — это Синичиро Табата, уже из нашего университета, изучает развитие энергоресурсов и то, как разработка таких проектов влияет на социально-экономические отношения в обществе и ситуацию в обществе. К сожалению, у нас заканчивается регламент. Хорошо, я потороплюсь. Но, тем не менее, я еще расскажу про эту структуру. Наращивание потенциала. Мы планируем направить множество молодых ученых, аспирантов в арктические страны и в государственные институты, образовательные учреждения зарубежных стран, на программы обмена различной длительности. And another one is information for policy and industry. И также информационная политика для промышленности. Мы же хотим внести вклад в устойчивое развитие, поэтому мы должны предоставлять эту информацию компаниям. И один из таких моментов — это предложить наиболее оптимальный путь для пересечения Северного Ледовитого океана, основанный на научных данных. Это внесет вклад в безопасность транспорта. Еще, извините, профессор Сугияма, но, к сожалению, мы должны начать секцию вовремя. Можно последний слайд, пожалуйста? And we also set several international research. Также у нас есть несколько исследовательских платформ в Арктике. Один из них на мысе Баранова в России. И вот так мы расширяем наше международное сотрудничество. И вот мой последний слайд. Мы начали наш новый арктический проект, который продлится следующие 5 лет. Как я уже сказал, 11 проектов, разделенных по 4 стратегическим целям. У нас есть хорошие программы по обмену, и мы готовы к международному сотрудничеству. Я думаю, что это будет действительно новым толчком для развития сотрудничества между нашими странами в плане науки и образования в Арктике. Спасибо большое, Марина, что следили за временем. Спасибо большое, профессор Сугияма, за то, что поделились информацией по этим прекрасным будущим проектам. И с вашего разрешения я перехожу к последней презентации в этом открытии. Дорогие коллеги, партнеры, мне приятно использовать этот возможность, чтобы вам рассказать о специальной секции по целям устойчивого развития, по окружающей среде, разработке ресурсов и мультикультурному образованию. Я вам расскажу в целом об этом новом проекте. Я являюсь одним из участников программы, которая называется HARP. Мы достаточно успешно работали, применяли все наши результаты на практике с университетом Хоккайдо, с университетом Ниигата. The HARP objectives were stated in the application as программа, проект межуниверситетских обменов. Это программа, которая создает платформу для сбора информации и опыта, которые университеты получают, участвуя в программах друг друга, и он будет полезен как для российских, так и для японских университетов. И также мы вносим вклад в развитие деятельности ассоциации российских и японских университетов. У нас есть 8 специализированных секций, которые соответствуют 8 пунктам плана экономического сотрудничества Японии и России, который был принят лидерами стран в 2016 году. И у нас есть представители и научного сообщества, и промышленности, и правительства. И мы хотим обучить таких специалистов, которые могли
могли бы внести вклад в развитие экономического сотрудничества и развитие обеих стран. Здесь у нас четвертая секция, вы видите, была реорганизована. И мы здесь видим список всех университетов с японской и с российской стороны, которые задействованы. И мы в этой секции будем фокусироваться на устойчивом развитии. Это один из основных концептов, который лежит в основе современного общества. И как раз сотрудничество наших стран может внести здесь большой вклад. Новая секция включит в себя следующие сферы. Это экологический мониторинг на Дальнем Востоке и Севере России, региональное развитие, включая развитие и разработку ресурсов, и социальные проблемы местных сообществ, включая коренные сообщества. Здесь мы включили и уже старую существующую секцию, ее определение, но также включили еще и новых участников. Здесь мы видим наше сотрудничество с прошлого года. Во-первых, это семинар «Холодные земли», семинар «Арктика и Азия», в рамках которого проходили круглые столы, обсуждения. И как раз все это проходило в рамках первого НСДФ в сентябре прошлого года. И соорганизатором выступил СВФУ. Были проведены лекции, семинары, ток-шоу с одним из других образовательных учреждений в Норильске в ноябре. И также у нас состоялся визит в Санкт-Петербург по линии сотрудничества в науке и управлении между Россией и Японией в ноябре прошлого года. Мы с нетерпением ждем новых идей и проектов в рамках этой специализированной секции. И надеемся, вы продолжите поддерживать наше общее дело. Михаил и все остальные, нам теперь нужно уйти из этого, из этой Zoom-встречи и уже перейти на Zoom нашей секции номер 3 и всех остальных секций. Раз, секция 1, 2, 3 и 4. Ну что ж, я желаю вам прекрасной работы. 90 минут вы все обсуждаете. И в 4.50 по Якутску мы собираемся и подводим итоги. Хорошо, давайте будем переходить по другим линкам. We can change now. Да, хорошо. Please leave this. Ну что ж, давайте, вы должны покинуть эту Zoom-встречу и войти в встречи по секциям, которые мы вам заранее отправили. Okay. We'll be leaving now and joining.
Okay. So everyone is ready. So we can start our все section готовы. Number three. So we have a few co-moderators today. So it's Professor Otsuka sensei, Professor Tabata sensei, and I'm and myself. So as we explained before, so all the presentations were sent in prior. So we have 5 minutes for each presentation. 50% of our time will be for presentations, and 50% for discussion. So we can start. I'm мы начинаем. Floor to the Japanese side. Я передаю please. Слово. No, Инна, please start. Okay, everyone. Нет, прошу прощения. Dear participants, thank you all for being here now. My name is Инна Бабун, and I'm меня зовут Инна Бабун. Я работаю инженером в исследовательском институте в Санкт-Петербурге, в Электрическом университете Петра Великого. Большое спасибо организаторам за то, что позволили мне выступить сегодня. И тема моего доклада – энергоэффективная система на основе возобновляемых источников энергии. Энергии для условий Арктики. Мой проект, наш проект заключается в сотрудничестве Финляндии и России, а также с исследовательскими центрами Прометей и Политехническим университетом Санкт-Петербурга. Основные цели проекта – это увеличить потенциал энергоэффективных ресурсов и создать методические издания, рекомендации, образовательные материалы по применению энергоэффективных и возобновляемых ресурсов. В рамках нашего проекта мы решили следующие проблемы по работе в удаленных арктических регионах. Например, для использования энергии в регионах, которые труднодоступны для всех. Также мы изучаем энергетику и материаловедение в рамках опыта работы в суровых климатических условиях. Мы применяли междисциплинарный подход в нашем исследовании, который был основан на огромном российском и финском опыте. Также одной из особенностей — это оставаться конкурентоспособным в области арктического инжиниринга. Создается сильное приграничное сотрудничество. Также очень важно учитывать климатические факторы для подбора подходящих материалов, начиная с момента установки оборудования. Именно поэтому нам необходимы хорошие специалисты, которые могут работать в данной области. Наш университет презентовал данные результаты исследования, они представлены на экране. Вы можете видеть, что темы очень различные. Также в рамках нашего проекта студенты защищали свои выпускные квалификационные работы в области данных тем. Также в рамках нашего проекта мы получили несколько грантов. И результаты первого года нашего проекта следующие. В течение первого года проекта участники провели исследования во главе с Виктором Елистратовым, и нам удалось определить значение экстремальных характеристик температуры, ветрового потока для арктической зоны. Также под руководством Виктора Кархина и Сергея Паршина студенты магистратуры смогли определить основные химико-металлургические процессы. Также мы пришли к выводу, что моделирование механики невозможно без совместного опыта, без контакта с учеными из различных лабораторий. Также участие в проекте позволило ученым нашего университета подготовить ряд публикаций и научных монографий. И мы уверены, что нам в последующем удастся достичь
Okay. Хороших результатов. Спасибо, Инна. Далее вы можете перейти в другую секцию и потом присоединиться к нам снова. Так, далее мы переходим к следующему спикеру. Это представитель Атарусского университета коммерции, профессор Кобаяси. Михаил, can you hear me? Yes. Михаил, вы слышите нас? Сейчас будет профессор Кобаяши. Я пока не вижу его среди участников. А давайте перейдем к Александру. Да, хорошо. А когда Кобаяши появится, мы включим его. Хабаровский государственный университет экономики и права. Центр исследований ШОС и АТР, господин Александр Вороненко. Спасибо большое. Слышите ли вы меня? Отлично. Я начну свою презентацию сейчас. Вы видите ее? Ну что ж, я стараюсь быть очень кратким. Надеюсь, что все смогли уже заранее знакомиться с моим докладом. Поэтому я просто остановлюсь на основных мыслях. Вообще, сегодня многие ученые и власти говорят о устойчивом развитии. Но что это такое устойчивое развитие? А где вот эта граница между экономическим развитием и устойчивостью? Российские ученые разделяют два метода развития Арктики. Это ротационный или номадический, а также резидентный, то есть метод постоянного проживания. И устойчивое развитие региона может обеспечено только при постоянном проживании людей в этом регионе. И здесь мы говорим о малых и средних предприятиях, потому что это именно самая главная связь для осуществления такого постоянного проживания. Потому что когда мы говорим о больших проектах, таких как Ямал-СПГ, мы видим эти транснациональные огромные компании, и, честно говоря, им не очень интересно устойчивое развитие. Потому что для них гораздо дешевле использовать вахтовый метод и вообще не инвестировать в социнфраструктуру и другую инфраструктуру. Поэтому основными игроками устойчивого развития этого метода постоянного проживания это малые и средние предприятия, которые обеспечивают жизнь людей на Земле. И российское правительство в целом признает влияние малого и среднего бизнеса. И здесь мы видим, что много проектов существует, но их эффективность — это уже совсем другой вопрос. И на следующих слайдах вы увидите текущую ситуацию в сфере предпринимательства в арктической зоне Российской Федерации. И если говорить на чистоту, то текущая ситуация, она не очень хорошая. А еще, что мы видим из аналитики, статистики, то, что западная часть арктической части России, но и вообще в целом Атлантическая Арктика намного более развита, если мы говорим о малом и среднем предпринимательстве, чем восточная часть. Для этого есть свои причины. Конечно, во-первых, это плотность населения.
Но мы с ней мы ничего не можем поделать в краткосрочной перспективе. Но что мы можем сделать, это кроссграничное сотрудничество. Например, на Западе у нас есть такие прекрасные институты, как Совет Баренцева моря, и другие организации, которые именно способствуют такому межрегиональному сотрудничеству на уровне мелких крупных бизнесов. А в восточной части страны у нас таких институтов на сегодняшний день нет. И в целом средний и малый бизнес на таких территориях, очень удаленных от центра, у которых нет каких-то эффективных условий именно по внутреннему спросу, для них такая кроссграничная кооперация действительно очень важна. И здесь мы постепенно подходим к Беринго-Тихоокеанскому арктическому совету. На 24-й встрече российско-американского партнерства, которое было, которое прошло в Хабаровске в 2019 году, были обозначены определенные направления. Мы надеемся, что вот этот новый институт, возможно, даст шанс этим малым и средним предприятиям в нашем регионе, на востоке Арктики. И здесь мы видим, что у нас будет рабочая группа по экономическому развитию, по малому и среднему предпринимательству, и я надеюсь, что эта рабочая группа сделает свое дело. И идея пока этого вот совета пока еще рассматривается, еще будут дополняться. И надеюсь, что вот ситуация с COVID, возможно, даже усилит какие-то онлайн-взаимодействия. Поэтому спасибо, и потом буду рад ответить на ваши вопросы во время дискуссии. Хорошо, тогда мы переходим к господину Отсука. Вы уже второй год подряд принимаете участие в нашем семинаре. Так, вам видно мою презентацию? Пока еще нет. Я сейчас начинаю. Надеюсь, вам будет видно. А сейчас видно? Нет, мы только черный экран видим. На минуту. Пробую еще раз. Видно? Мы видим только ваше лицо. Но не вашу презентацию. Please send the requests or to share your screen, your desktop. How about this? Yeah. А сейчас? Work. Yes, it worked. Okay, please thank you. Start. Да, сейчас so, мы все ladies видим. And gentlemen, so так, уважаемые участники, это большая честь для меня присоединиться к вам в рамках этой сессии. К сожалению, коронавирус не позволил мне приехать к вам в Иркутск, и я рад, что я хотя бы могу присоединиться к вам онлайн. Я бы сегодня хотел обсудить с вами следующую тему. С 2010 года мы развиваем маршруты по Арктическому морю, и мы бы хотели объединить, значит, связь между нашими странами, чтобы развивать экономические развития между теми регионами, которые пока что еще не связаны. Сейчас Арктика увеличивает свой экономический потенциал благодаря Северному морскому пути, а также другим экономическим проектам. И Северный Ледовитый океан становится частью
восточной части мира. Однако, однако существует ряд сложностей, с которыми мы встречаемся. Это именно судоходство, навигация, а также недостаток грузовых судов. Что касается именно судоходства, к сожалению, условия достаточно плохие. У нас не хватает ледоколов, чтобы обеспечивать постоянное передвижение по морским путям. И нам необходимо сделать судоходство в Арктике более доступным. Поскольку у нас есть опыт в развитии Северного морского пути, мы бы могли использовать этот опыт в дальнейшем. Здесь на экране вы видите такую амбициозную идею того, как можно именно интегрировать логистические сети. И здесь вы видите один из примеров того, порт Томакома расположен в Японии, и по нему прошли несколько судов за прошлый год. Однако мы надеемся, что для развития этого порта у нас будут возможности. И здесь вы видите основные факторы. В первую очередь, нам необходимо обеспечить порт с необходимым оборудованием, которое позволит нам упростить перевозку груза из Азии в Европу. Для этого нам необходимо развивать нашу инфраструктуру в отдельных портах. Помимо этого, нам также необходимо развивать речное передвижение по воде. Однако цены на судоходство и цены на доставку различных продуктов, они достаточно высокие. Именно поэтому нам необходимо вместе работать над этим. На этом все. Здесь вы видите фотографию меня. Спасибо за внимание. Thank you, okay, профессор Оцука. Спасибо большое, профессор Оцука. Okay, thank you very much. So we are moving back to Professor Kobayashi. Далее мы возвращаемся к профессору Кобаяси из Атарусского университета коммерции. Oh, can you see me? Hi. Здравствуйте. Yeah, we can see you. Да, мы вас видим. And I'm going to share my presentation. И я сейчас включу свою презентацию. Okay, we can... Да, ждем. We can see them. Мы видим их. Спасибо. Во-первых, хочу извиниться за то, что я так поздно присоединился. И дам вам небольшой обзор о роли ВТО и различных торговых соглашений для развития технологий экономической деятельности в Арктике. Как вы видите, все мы знаем, что есть очень большой потенциал в части экономики в арктическом регионе, особенно что касается навигации. Let me be clear. So, my point is that this is only что я хочу сказать, это то, что работа еще продолжается, но хочу немного осветить потенциальную роль торговли и инвестиций и соглашений по торговле и инвестиции, например, в ВТО, по свободной торговле, а также соглашений по инвестициям. Как вы знаете, происходит очень быстрый рост морских перевозок и технологий в этой сфере. Уже некоторые институты, компании разрабатывают небольшие автономные суда, беспилотные суда для, например, исследований. И рано или поздно, конечно,
возможно, появятся очень крупные круизные лайнеры, возможно, даже ледокольного класса, грузовые суда, которые могут уже тоже на беспилотных технологиях курсировать по Арктике. Так какие же проблемы могут возникнуть с этим? Ну, я думаю, что есть несколько проблем, с которыми мы можем столкнуться. Во-первых, есть, конечно, законодательство, есть трудовое законодательство, природное законодательство. Тем не менее, нужно рассмотреть, в частности, торговые законы. И так как у меня мало времени, я просто назову несколько торговых соглашений, инвестиционных соглашений, которые могут иметь какую-то связь с экономическим развитием. Первое — это GATS. Это генеральное соглашение по торговым услугам. Это часть соглашений ВТО, это торговые услуги, также это, собственно, сами товары. Есть определенные законы, что касается навигации, то есть надводные автономные суда. Они могут оказывать услуги в трансграничном плане. И вот они только появляются. И когда они появятся, тогда могут возникнуть новые правовые вопросы и проблемы. И надо их уже сейчас начать обсуждать. А также могут быть затронуты другие соглашения, как ITA и ECT. Третье — это энергетическое соглашение, которое было заключено в 90-х годах с Россией и другими партнерами. Это все, что касается тоже торговли и инвестиций. И здесь я сделаю паузу, потому что хочу сэкономить время, поэтому я буду рад обсудить все вот эти вопросы, которые касаются торговли, инвестиций, со всеми, кто будет в этом заинтересован. Спасибо вам большое. Спасибо большое, профессор Кобаяши. А теперь мы переходим к совместной презентации по новому проекту профессоров Табата и Гото. Пожалуйста, передаю слово вам. Вы меня слышите? Да, все хорошо. Вам видно презентацию? Да, мы видим. Хорошо, тогда мы начинаем. Так, меня зовут Шинчиро Табата, и со мной мой коллега Масанори Гото. Мы хотели бы поговорить о нашем новом проекте, связанном с экономикой Республики Саха. На КВД-презентации вы не видите все результаты нашего проекта, но мы хотели бы вам показать его потенциал, поскольку мы только начали работу над этим проектом. Здесь вы видите план нашей презентации.
Здесь такой небольшой тоже план проекта. Наш проект включает себя такой совместный проект арктических исследований профессора Цугияма, который выступал в начале семинара. Мы планируем изучить данные 35 районов Республики Саха-Якутия и провести полевые исследования в центральной, северной, восточной, западной и южной частях республики. Здесь вы видите список участников нашего проекта. Большинство из них ученые, которые занимаются изучением российской экономики. Цель нашего проекта — мы хотим изучить влияние развития ресурсов на региональную экономику и общество в Республике Саха-Якутия, а также влияние на региональную экономику и жителей, на их окружающую среду. Мы намереваемся изучить влияние экономических проектов на то, как проживают люди. Наши методы включают в себя изучение статистических данных, интервью и анкетирование. Что касается анализа статистических данных, мы планируем изучить результаты 34 регионов, включая город Якутск. Мы хотим изучить также перепись населения. Что касается интервью, мы хотели бы поговорить с представителями местной и региональной власти, с жителями местными, а также с предпринимателями. По поводу мы хотели бы проинтервьюировать министра экономики, министра финансов и так далее. Что касается местной власти, мы бы хотели обсудить с ними политику, ее политику экономическую и также результаты их политики. Мы также хотим провести анкетирование, чтобы охватить местное население по вопросам климатических изменений, а также того, как меняются условия жизни в результате изменений в окружающей среде. На слайде вы видите пример нашего анкетирования, проведенного в августе 2018 года. Мы также хотели бы сотрудничать с российскими учеными, которые бы помогли нам с проведением данного опроса. И, наконец, мы хотели бы организовать международные симпозиумы и семинары в Саппоро, предложить совместные панельные конференции по вопросам Арктики, а также опубликовать совместные статьи в рецензируемых журналах. А здесь вы видите такой образовательный материал, который мы опубликовали в 2019 году на русском языке. Данный материал был основан на нашем предыдущем исследовании, и он касается изменений климата. Мы планируем переиздать данные исследования в дальнейшем. Мы бы хотели поблагодарить наших партнеров, и мы бы хотели также призвать наших коллег российских сотрудничать с нами в рамках этого проекта. Спасибо за внимание. Okay, thank you very much, professor. Спасибо большое, профессор. Okay, so now we are moving to the next presentation. Далее мы переходим к следующему спикеру. Это тоже совместная презентация. Константин Григорьевич и Леонид Бляхер по поводу островов в тайге. Thank you.
Okay, Marina-san, maybe we can move further. Может быть, мы тогда пойдем дальше, пока мы ждем спикеров. Okay, maybe we can move further. Давайте перейдем к следующим спикерам пока. Наши спикеры пока не готовы, поэтому мы переходим к Аиде Мамадовой, которая представляет университет Канадзава. Пожалуйста. Okay, so now we can move further. Так, Степанова Надежда represents the State Assembly, Ilutumen of Republic of Sakha. Спикеру Надежда Степанова, представитель Госсобрания Ilutumen по устойчивому развитию малонаселенных территорий Российской Арктики Дальнего Востока. Здравствуйте, дорогие коллеги. Очень рада быть сегодня с вами. И попробую сейчас включить свою презентацию. Okay. So, can you see my... Вы видите мою презентацию? Okay. Yes, please. Thank you. Okay. So our presentations... Наша презентация, мы в ней представили результаты проектов, которые мы сейчас проводим по развитию малонаселенных территорий в Арктике и на Крайнем Севере. И мы должны здесь немного сократить тот разрыв между практикой и теорией, который существует. Потому что существует политика, стратегии, которые должны способствовать развитию, но они, к сожалению, не приводят к долгосрочному повышению качества жизни или улучшению экологической ситуации. И эти территории не обречены оставаться какими-то неразвитыми, а они должны, наоборот, стать основой для устойчивого развития в Арктике. Мы также во второй части исследования мы постарались применить спутниковое наблюдение эмиссий, чтобы проследить их связь. У вас слайды не двигаются, Надежда. Так, теперь двигаются. И здесь вы видите различные определения малонаселенности. Они, конечно, зависят от контекста. Все это достаточно относительные географические дескрипторы, и существует также много разных критериев, как функциональных, так и иных, для определения какой-либо территории как малонаселенной. И мы видим, что они достаточно разнообразны, такие территории, и поэтому здесь должен применяться мультишкаловой подход. Главные факторы, которые действуют на этих территориях, это, конечно, низкая плотность населения, это, как правило, очень тяжелые климатические условия, отдаленность, транспортная недоступность. Здесь мы видим ситуацию по малонаселенным территориям в России, в Арктике, на Дальнем Востоке, и мы знаем, что 50% территории России относятся к малонаселенным территориям. Поэтому выпускались постановления правительства по поводу определения каких-то территорий таковыми. Они находятся в 27 регионах Российской Федерации.
Но на сегодняшний день эти нормативы уже устарели. Нужно заново переопределять такие территории. Вот что касается данных по России, с 10 по 18 у нас есть корреляция между низкой плотностью населения, внутренним региональным продуктом и различными такими индикаторами, как уровень жизни и так далее. Вообще мы работали с более чем 30 индикаторами здесь. И хотя динамика есть, она нестабильная, но она присутствует, и есть здесь большое неравенство, тогда как такие территории, они производят очень значительную часть валового внутреннего продукта страны. Однако это не отражается на факторах жизни внутри таких регионов. И темпы экономического роста в России в целом и в этих, на этих территориях, они, к сожалению, не совпадают. И в основном такие российские территории Что касается ситуации с ковидом, здесь необходимо провести дальнейшие изучения. И здесь мы рассмотрели такие малонаселенные территории на Дальнем Востоке, на Севере, и в будущем они должны играть большую роль в сохранении устойчивости экосистем всего мира. Тем более, что на территории таких малонаселенных районов находится большая часть природных ресурсов Российской Федерации. И эти данные мы получили по отчетам, доступным для России. У нас не совсем нет. Сейчас зашли те, кто не могли выступить. И накопления, которые являются индикаторами устойчивого развития, они тоже достаточно ярко иллюстрирует, что, конечно же, от человеческого капитала будет в будущем зависеть экономический рост, развитие этих регионов и Севера и Арктики в целом. Unsustainable types of development is characteristic for all STPs with a high share of mining in their value-added structure. Yes. Это работа, пока еще результаты предварительные, и мы с господином Табатой тоже обсуждали дальнейшие шаги, потому что во второй части проекта мы уже хотим опуститься на муниципальный уровень, изучить эмиссии и так далее. Спасибо большое. Спасибо большое, Надежда. Теперь у нас Аида готова. Хорошо, давайте мы подключим Аиду. Канезава университет? Да, Аида Мамадова. Да, пожалуйста, Этиотова. Аида Мамадова. Университет Канезава. Здравствуйте. Я бы хотела начать с моего проекта. Касается биосферных заповедников.
в интересах устойчивого развития региона. Мы начали заниматься этим проектом в 2017 году, и у нас есть четыре основных направления обменов. Первое — это культурный обмен, научный обмен, обычный научный обмен, и последний — это обмен для инженеров. На графике вы видите результаты наших достижений, сколько у нас студентов выехало в Россию. В 2019 их было 80, и в 2019 мы получили 57 студентов из России. Мы проводим очень много различных симпозиумов в области физики, научных, естественных наук, совместно с ведущими компаниями Японии и России. Также в области медицины мы тоже работаем. Здесь вы видите консорциум, который мы создали между 12 японскими университетами и 8 университетами России. Мы также создали программы двойного дипломирования. Здесь вы видите компании, которые сотрудничают с нами. Их 9. Это японские компании, куда мы посылаем российских студентов, где они проходят стажировку в течение одной недели. И этот курс, о котором я бы хотела поговорить подробнее, мы проводим программы по обмену в области биосферных заповедников в регионе Байкала, Алтая, Иркутска, совместно с ведущими университетами России. Здесь страничка для российских студентов. Вы видите, что в различные регионы России мы отправляем японских студентов в Дальневосточный федеральный университет, в Иркутский государственный университет, в Алтайский государственный университет, в МГУ, а также в КФУ и СВБГУ. И каждый университет, куда мы посылаем туда японских студентов, мы обязательно посещаем биосферные заповедники. Почему именно эти заповедники? Мы считаем, что эти биосферные заповедники позволяют нам обмениваться знаниями и ближе узнавать местное население. То же самое происходит и в самой Японии, когда студенты из России приезжают к нам в Японию и проводят определенное время в этих заповедниках. И сейчас я бы хотела подвести итоги, поскольку у нас очень мало времени. Это, значит, ассоциация студентов, которую мы создали с выпускниками российских университетов. К сожалению, нам не удалось посетить северную часть России. Я надеюсь, что в следующем году у нас это получится сделать, и я с нетерпением жду нашего сотрудничества. Это все. Спасибо за внимание. Мне очень жаль, что вам пришлось столкнуться с техническими проблемами. Спасибо. Далее мы бы хотели передать слово Константину Григорьевичу про острова в тайге. Пожалуйста. Константин, can we help you? Okay? Константин, а у вас все в порядке? Вы слышите нас? Константин? Константин? Can you hear us? Вы слышите нас, Константин? Константин или Леонид? Слышите ли вы нас? Да, это совместная будет презентация. Скорее всего, Константин будет презентовать. Они не отвечают. Ну, давайте тогда мы перейдем к Юхе. Ну, давайте Юха Саунавара, еще из одного исследования из Арктического научно-исследовательского центра университета Хоккайдо.
can you hear me? А вы слышите меня? Yes. Yes, and can you Отлично. А видите ли вы мою презентацию? Can you see my slides? We can see your Видите demos. Мои okay, слайды? So basically, ну, в целом, я уже записала лекцию и загрузила ее в YouTube, поэтому, я думаю, кто заинтересован, все уже посмотрели эти видео. Поэтому я прямо очень кратко пройдусь по основным пунктам. Это сектор дата-центров, он очень большой, он растет. Он имеет сейчас кластеры во многих северных регионах. И в чем смысл привлечения именно на северные регионы? Об этом как раз мы и будем говорить. И это не только социальная или экономическая устойчивость. И какие мы должны дата-центры строить, где, какие будут последствия их работы и так далее. Они бывают разные. Вы видите здесь несколько типов. А также есть несколько факторов, которые влияют на выбор места для дислокации таких центров. Они руководствуются при выборе места такими разными факторами, и если у вас есть вопросы, я отвечу попозже, а на этом слайде очень важный посыл, что вы можете подумать, что дата-центры оставляют большой углеродный след, потребляют много энергии, и, может быть, можно прийти к выводу, что их не надо строить, но на самом деле это не так. На самом деле, в дата-центрах мы можем, наоборот, сэкономить энергию за счет того, что какие-то операции, которые проводятся в других местах, их можно сконцентрировать в одном дата-центре и за счет этого сократить использование энергии в каких-то других точках. И они отвечают, конечно, на требования каких-то других секторов экономики и всегда с этим связаны. И вот почему именно на севере стоит их строить, возможно, это потому что существует такое конкурентное преимущество, как холод. И идея использования холода для охлаждения дата-центров, она не самая новая, давно уже обсуждается. И опять же, можно охлаждать, во-первых, сам дата-центр, а во-вторых, можно использовать остаточное тепло для обогрева. И здесь мы получаем уже совсем другой уровень энергоэффективности. И этим теплом можно отапливать как теплицы, так и жилые помещения и так далее. А здесь о нескольких статьях, которые я опубликовал по поводу подводного оптоволоконного кабеля, который непосредственно должен быть связан с этими центрами. И мы получили, что недавно мы узнали, что уже такой проект, который осуществляет Мегафон в России с участием других партнеров, скоро начнет осуществляться. И я, может быть, не большой специалист именно по России, по этой ситуации, но я знаю, что в России ситуация такая, что эти дата-центры в России, они очень по кластерному принципу расположены. То есть и территориально, и по компаниям, тоже в нескольких компаниях сконцентрированы все эти дата-центры. Но, тем не менее, Россия развивается, и это направление в России тоже, я думаю, в будущем получит обширное развитие. И последний слайд. Здесь экономический эффект от крупномасштабных дата-центров, который может быть оказан на
национальную, региональную экономику. И мы должны подумать о будущем дата-центров на севере. То, как этот сектор развивается на юге, то все-таки понимание экологических аспектов этого вопроса, я думаю, будет способствовать тому, что они будут переноситься на север. Также есть и человеческий фактор. Конечно, бывает, что экономические параметры и другие могут способствовать выбору севера, но основные стейкхолдеры, основные игроки, они расположены, к сожалению, вот в более южных странах и местах, поэтому, если вам интересно, вы можете посмотреть мои видео, ссылки я отправил. Спасибо большое, Юха. Константин, а вы слышите нас? У Константина проблемы с присоединением. А вы видите его? Потому что он последние буквально час пытался подключиться, и у него не получалось. Константин или Леонид? Леонид Бляхи? Леонид. No, I can't see him. He said that я его не вижу. Он сказал, что у него срывается зум-связь. Yeah, he Zoom, but now he's not он был в зуме, сейчас его там нет, поэтому мы уже прослушали 8 презентаций. Осталась только одна от Константина с Леонидом. Может быть, они позже присоединятся? Давайте тогда предоставим им слово, если они присоединятся. А сейчас простите нас за то, что мы как в какой-то момент можем резко переключиться на Константина с Леонидом. Так, а сейчас у нас время для вопросов. Если у вас есть вопросы, можете отправить в чат. Или можете начать обсуждение сейчас, можете задавать вопросы друг другу. Я думаю, что можно и в микрофон задавать. С моей стороны будет только один комментарий. Мне очень понравилось выступление господина Табаты и его предложение по этому совместному проекту, потому что я прямо очень заинтересован, и я думаю, что там были моменты из других презентаций. И действительно, это региональный, муниципальный уровень. Это микроэкономика, микрогеография, малые и средние предприятия, все. И связанность. Поэтому я думаю, что во время обсуждения сегодня и потом наших дальнейших уже обсуждениях за полями мы сможем наладить какие-то партнерства, как Аида упомянула, и сможем все вместе отработать. Открытый микрофон, друзья, пожалуйста, у вас есть редчайший шанс что-то сказать. Yes, Yuha, you're welcome. Да, Юха, пожалуйста. Okay. So start, one question, у меня один вопрос. В нескольких презентациях было упомянуто об экономических проблемах на севере России, о том, что эти экономическая деятельность концентрирована географически и секторально, и что не хватает инфраструктуры. И то, что не хватает внутренних рынков. Я вот, мне просто интересно, а что может быть или должно быть сделано, когда мы вот признаем существование таких проблем, вот какую роль может научное сообщество сыграть здесь для развития, например, малого предпринимательства, для внутренних рынков в этих регионах? Может, какие-то идеи, инновации или что-то. Вот, например, российские коллеги сделали очень классную презентацию. Так что же вот ученые могут сделать для устойчивого экономического развития в Якутии или вообще в целом на северо-востоке России?
Какие-то комментарии, возможно? Может, кто-то хочет... Александр, возможно, вы хотите что-то сказать? Ну, давайте я попробую представить свою точку зрения. Я думаю, то, что на самом деле ученые, научное сообщество может дать для улучшения экономического сотрудничества, наверное, должно быть более сильное сотрудничество между учеными из разных стран, потому что у нас иногда не хватает понимания того, допустим, как вести бизнес, как делается это в Финляндии, в Штатах, в России, в Японии. Может быть, нужно как-то преодолеть вот этот разрыв, дать, может быть, бизнесменам больше знаний, и это должно оказать положительный эффект. Вот это моя точка зрения. Спасибо. И я еще тоже добавлю по этому поводу. Я в своей презентации очень кратко упомянул по поводу организации НОЦов в России уже в современной истории. Буквально за последние года два. Это интересный кейс, потому что мы сконцентрировались на том, что мы хотим получить больше частных денег на исследования. Нам нужно больше работать с компаниями. И в случае с Дальним Востоком у нас есть вопросы. Да, у нас очень много ресурсов, мы их добываем, но большая часть компаний, которые здесь работают, они изначально расположены в других регионах страны. И их штаб-квартиры не здесь, не на Дальнем Востоке. И у нас есть здесь только филиалы. А с научной точки зрения, с точки зрения ученых, когда в Якутии, Чукотке, Камчатке, Магадане мы организовывали эти НОЦы, и этот НОЦ, у нас есть соглашение с Российской академией наук, сибирским отделением, РАС, потому что у нас очень много институтов, некоторых под новосибирским отделением, и также с дальневосточным отделением, потому что некоторые институты здесь работают под эгидой дальневосточного отделения РАС. И я согласен с Александром, что нам необходимо использовать наши официальные ресурсы различных фондов, которые работают в нашей стране, использовать новые программы, чтобы приглашать больше зарубежных ученых в партнерство с нашими. Потому что мы работаем, например, в одних и тех же условиях. У вас есть знания, которые бы нам очень пригодились. А вот кто-то еще, может быть, нашей страны добавит. Господин Оцука. Я подготовил один слайд, который как раз относится к этой дискуссии, поэтому давайте я его вам покажу. Can you see my slide? Видно? Yes. Сегодня я услышал очень много интересных идей, мыслей, и я подумал, что есть у нас очень много таких разрывов, которые нам необходимо как-то соединить. Уникальные условия, экосистемы, географические условия, удаленность, малонаселенность, она создает вот эти разрывы, вот эту разницу. И я думаю, что ученые могут сделать, это то, что как раз-таки мы можем именно как третья сторона, не как разработчик каких-то ресурсов, и именно не как со стороны жителей этих территорий, а именно мы можем быть посредниками в этом общении. Да, интересная мысль. Конечно, мы также можем это упомянуть еще раз в конце. Очень хороший момент. Еще кто-нибудь или вопросы?
Может быть, я попросил бы господина Табату задать вопросы выступающим, потому что вы сказали, что вы на первой стадии вашего проекта, вы ищете новых партнеров. Может быть, вы уже кого-то нашли во время этой дискуссии? Может быть, скажете об этом? Михаил, you mean I say something? Yes, we can hear you. Да, мы вас слышим. Скажите что-нибудь. Yeah, only thing we'd like to on this project we are going. В этом проекте мы хотим сотрудничать, конечно, с якутскими учеными, потому что мы работаем именно с регионами, с улусами, районами. Поэтому, пожалуйста, мы готовы, допустим, от вас получить помощь по статистическим данным, чтобы потом вместе провести аналитику. Поэтому мы будем рады любому специалисту, который присоединится к нам. Я уже обсудил этот проект с некоторыми коллегами из СВФУ, но мы, конечно, будем рады принять и всех остальных заинтересованных ученых. Спасибо. Хорошо, спасибо вам. И я также еще добавлю, потому что 100 лет назад Академия наук СССР организовала первую якутскую комплексную экспедицию по вот этой вот огромной территории Северо-Востока Азии. Очень много групп ученых были задействованы из разных уголков страны. Они провели много лет в этой экспедиции, получили много результатов. И вот 100 лет спустя правительство республики инициировало вторую комплексную академическую экспедицию. Она началась в 2016 году, и 2 года мы изучали 5 основных регионов в Якутии. Очень похоже, кстати, на презентацию Табаты. Мы также поделили их на зоны. И вот в следующем году мы выходим на вторую стадию этой вот новой комплексной академической экспедиции. Поэтому я бы хотел как раз воспользоваться какими-то из ваших идей, и, может быть, мы задействуем даже вас в этой экспедиции, профессор Табата. Спасибо. Я думаю, что это хороший способ для сотрудничества. Мы со своей стороны находим ресурсы, потому что эта территория очень большая, различные расходы на перелеты. Но самое главное, конечно, это данные от муниципалитетов. Я думаю, как раз это будет очень-очень нам подходить. Хорошо, значит, мы заканчиваем обсуждение. Или мы давайте еще спросим, может быть, какие-то слова, любые слова, не обязательно вопросы от всех, кто здесь присутствует. Yes, Yuha, you can. Yes, please. Да, Юха, пожалуйста. Ну, если есть вопрос, второй вопрос. Это более вопрос к Александру. Во-первых, комментарий к различным путям развития арктических регионов. Недавно вот была опубликована книга по этим вопросам. Я как раз мне напомнила об этом. Тоже как раз там шла речь о вахтовом и методе постоянного проживания и в Америке, и в Скандинавии. И вот как раз европейский север в этой связи рассматривается как старый север. Поэтому я рекомендую вам вот эту книгу почитать. И вот этот вот Беринго-Тихоокеанский совет.
Я бы хотел узнать о нем больше. Какая связь между этой новой организацией и, например, уже существующими старыми организациями, которые как раз тоже в этом регионе функционируют? Может быть, если вы знаете, вы можете рассказать о связи вот этого нового, новой платформы с предыдущими. Ну, эта идея была, она возникла в 2019 году, и сегодня это пока еще на стадии оценки, есть ли возможность и есть ли необходимость по созданию такой организации. А что касается связи с другими организациями, которые вы упомянули, как Северо-Восточная экономическая ассоциация и так далее, на самом деле вот этот Беринго-Тихоокеанский совет должен включать регионы, например, с российской стороны такие регионы, как Саха-Якутия, Чукотка, Камчатка и, скорее всего, Магадан, а с другой стороны Аляска. То есть в чем идея? Это чтобы постараться разрешить все проблемы этих регионов, вот именно Берингова пролива, в коллаборации. Потому что на самом деле проблемы-то у нас общие. Ну, по крайней мере, мы вот так объявили на той встрече в 2019 году на российско-американском тихоокеанском партнерстве. И с тех пор вот мы разрабатываем этот проект, мы достаточно много уже оценок и исследований провели. И мы выпустили отчет, и мы этот отчет должны опубликовать на 25-й встрече РАТОП, но из-за ковида эта встреча была отменена. Поэтому мы пока нашу работу поставили, скажем так, на паузу. И поэтому вот в моих слайдах сегодня и в моем докладе есть линк на веб-сайт нашей рабочей группы, там вы можете как раз узнать всю информацию. И если у вас возникнут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите мне лично. Спасибо большое. Спасибо. У нас появился Константин Григорьевичев, который хочет все-таки сделать свою презентацию. Давайте еще раз попробуем. По какой-то причине он не может войти в Zoom, поэтому я покажу его презентацию. Okay, so I have this presentation. I'll be opening it, and I'll share. And I'll try to. Попробую. Okay, to see how it works. Попробую запустить эту презентацию. Минуточку. Алло, Константин Вадимович. Hello. Константин Вадимович. Okay, islands in taiga. Yeah. Так, острова в тайге. В
Very close to the scientific school of Institute of Geography in Irkutsk region. Тема очень похожа на тему, которая была представлена ранее институтом из Иркутска. Так, я просто хотела бы напомнить, что это о чем эта презентация от имени Константина. Аида, are you present? Аида, вы здесь? Yes, I'm here. Yes. Да, я здесь. This presentation was in Константин Вадимович. Was by prepared by your partners. Эту презентацию подготовил ваш коллега. Their vision of a prospective future area of collaboration. Тема перспективных перспективной области сотрудничества. Да, я с нетерпением ждала эту презентацию, поскольку мы несколько раз были в Иркутске, мы с ним там встречались, и мы даже отправляли студентов в заповедники Байкала. И студенты были очень впечатлены почувствовать эту настоящую российскую тайгу и то, как тайга поддерживает жизнь местных жителей, как природа кормит людей. Поскольку в Японии сейчас это невозможно увидеть, сейчас все можно купить в супермаркете, однако тот опыт был, он, конечно, для студентов незабываемый. И мы планируем создать консорциум наш новый офис в Иркутском государственном университете. И я надеюсь на сотрудничество с Константином в будущем. Хорошо, спасибо, Аида. И помимо этого, я бы даже с точки зрения ученого, да, как представитель Иркутской научной школы и Института географических исследований Иркутского университета, мне эта тема исследования очень близка. И у нас были даже одинаковые преподаватели, одни и те же преподаватели с Константином и Леонидом. И я надеюсь, что будет очень полезно, и мы сможем даже обменяться методологией в рамках этого проекта. Да, конечно, я жду с нетерпением нашего сотрудничества. Как вам известно, это район около Байкала, который предоставляет очень много возможностей для культурного обмена и для проведения различных других исследований. И, конечно, да, нам известно, что на севере намного меньше проживающих, и что делает очень удобным, да, изучение людей, которые там проживают. Михаил Юрьевич, вы меня слышите? Я бы хотела поблагодарить Аиду за ее ценный комментарий, и я бы хотела сказать, что Константин, директор по научной работе и международной деятельности из Иркутского государственного университета, он бы хотел вкратце рассказать о своем проекте. Константин, вы готовы? Okay. Леонид Николаевич, окей, и Александра Попова. Леонид Николаевич, Александра. So you can start. Are you going to speak? Are you going to talk, Александра? Okay. Александра, вы будете говорить? Да, спасибо большое. Спасибо большое, Марина. Спасибо большое, Михаил Юрьевич. Я передаю слово. Нас слышно? Очень хорошо. Нас yes. слышно? Да, да, да. Yes, yes. But are you going to talk in Russian or in English? Вы собираетесь говорить по-русски или по-английски? Поскольку на этой сессии мы должны говорить по-английски. Я буду переводить на английский. Леонид Николаевич, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Мы хотели бы
сделать маленькую презентацию и ознакомить вас с нашими планами. Я думаю, наши планы вам понравятся. Пожалуйста. Dear participants, hello. So we are going to introduce a little bit our activities. We hope that you will be interested in some of them. But no more than 5 minutes, okay? So it was not my decision, but Marina's decision to include your presentation here. No, пожалуйста, не более 5 минут. Хорошо, справимся. Холод – это наше главное богатство в Якутии, надо сказать, как материально, так и духовно. Все у нас зависит от холода. So everything in Yakutia is related to cold. Вот мы хотим вам представить вот такой слайд, где в течение 40 лет наблюдений потепление произошло на 2 градуса у нас в Якутии. So, in average, the increase of air temperature is about 2 degrees Celsius in Yakutia. И их содовые клещи, они уже обнаружили, если раньше они обнаружились только на юге Якутии, то они уже перешли за полярный круг. Это простейший. So there is a very alarming fact that Ixoda ticks, they have already migrated above the polar circle because of the climate warming. Ну, мы предлагаем даже по простейшим провести мониторинг наступления потепления, как наступает потепление. So it is very important for human. We are inviting you or somebody interested to monitor the move of insects and other parasites to the north. Но простейшие, новые простейшие появляются, значит, среда меняется. So, protozoa is area is changing, so that means that the environment is also changing. И научному сообществу надо обратить на это очень серьезное внимание. So, scientific community should put its be interested and should study that. И в связи с этим мы в этом году должны были провести экспедицию на теплоходе до Тикси. So as you, as some of you know, we were going to make an expedition, to organize an expedition to the Arctic this year. Но в связи с коронавирусом она у нас перенесена на следующий год, поэтому кого мы пригласили, в следующем году мы проведем, если коронавирус нам не помешает. But due to coronavirus pandemia, we had to postpone this expedition, and we had to change to move this expedition to the next year, to the 2021. So there were those participants who were interested. So please stay in tune. We are going to. If coronavirus pandemia lets us, so we are going to make it anyway next year. Мы будем изучать влияние потепления на традиционные отрасли, вот которые представлены. So during expedition we are going to study the impact of climate change to traditional activities in the north, the ones that you are in this picture. Но это наша материальная часть культуры. Но с изменением материальной части культуры будет меняться и духовная часть культуры. So this is only a material part of our culture, but if we look at the social impact, at the cultural impact, so we have to study how we have to
make a research, how would it be? Поэтому есть такое мнение, что потепление может благоприятно действовать на развитие занятий сельским хозяйством. So there is a point of view that climate warming would be good for development of agriculture. Так, поэтому вот мы предлагаем вам программу. Здесь программа. So we are introducing this program to participants of this session. Ну и в ходе экспедиции оно будет длиться дней 10. Будем общаться и онлайн связи. Будем тоже связь иметь также и с Японией, иметь связь. Приедут из Германии, заявили из Китая, из Кореи, ну и Россия, Казахстан, Белоруссия. Поэтому очень интересное общение будет. Но кроме этого мы вам покажем нашу традиционную, нашу сельское хозяйство, покажем вам нашу природу. И будет, наверное, очень хорошее общение. А после этого мы хотим вообще каждый год этот такую экспедицию проводить от среднего течения Лены по реке Лене, изучать все эти изменения. So this expedition is going to be international, and so far scientists from Japan, from Germany, from China, from Kazakhstan, and several other countries are interested to join this expedition. So it will be technically equipped, and we hope that there will be a very interesting community to be able to discuss everything. And we are going to show and demonstrate how you can see in the field how agriculture is doing the nature and the field itself. Мы, будучи в командировке в феврале этого года, это информировали. So we took about the discussion at the previous meeting in Sapporo and in Tokyo. Спасибо за внимание. So thank you. Okay, thank you very much. Thank you very much, Леонид Владимиров. Спасибо большое, Леонид Владимиров. Это корреспондент Российской академии наук. Он с прошлого года к ним присоединился. И спасибо Александра Попова за ваш перевод. Я также помню, что Александра, вы обучались в Хоккайдо, поэтому у вас также есть связи с Японией. Так, всем спасибо. Мы вовремя все успеваем завершить. Табата-сенсей, Отсука-сенсей, спасибо вам. Мы можем закрывать, завершить нашу сессию. И, возможно, у кого-то из вас будут какие-то финальные комментарии. Может, Отсука-сенсей, может, вы бы хотели озвучить какие-либо комментарии, какие-либо предложения, или все хорошо? Ну, у нас все хорошо. Да, я думаю, всем сейчас необходим перерыв. И поэтому, пожалуйста, подтвердите, что вы все видели ссылку выше. Стоит ли мне ее вам переслать? Это ссылка на пленарное заседание. И техническая поддержка уверяет меня, что проблем больше не должно быть. И я надеюсь увидеть вас всех позднее, после перерыва. У нас будет перерыв на 20 минут, поэтому увидимся с вами через 20 минут. Пожалуйста, все возвращайтесь. До встречи. Спасибо. Thank you.